Всем привет, с вами Кепи. Я продолжаю играть в игру Call to War остаться живых. Следующая сегодняшняя наша миссия называется «Здравствуйте, товарищ президент». Никогда не думал, что скажу это, но я рад тебя видеть. Где Соня? Она погибла. Погибла? Как? Боринский пытался взорвать два реактора. Один я заглушил, но во втором процесс зашел слишком далеко. Соня оставалась там до последнего, вручную охлаждая реактор. Она задержала взрыв, и я успел спастись. Если бы не она, я бы взлетел на воздух вместе с половиной Украины. Черт! Знаю. Но сейчас не время скорбеть. Боринский знает, что президент не был убит. Значит, он в курсе, что президенту все известно? Да, его люди получили приказ встретить президента в аэропорту и припроводить его в Кремль. По телевизору Боринский объявит о добровольной отставке президента и назначении его на этот пост. Как это возможно? Он может объявить военное положение. Мы должны остановить его. Для этого нужно найти бомбы. Боринский собирается шантажировать ими президента. Я попытаюсь обнаружить их. Ты должен проникнуть в кабинет президента. Попытайся остановить эфир. Даже если у тебя не получится, ты все равно выиграешь нам время. Я тут натолкнулся на спецназовца, у которого был мешок с твоими старыми игрушками. Он, конечно, не хотел их мне отдавать, но с ним произошел несчастный случай. Забирай. Кажется, я все прихватил. Спасибо, Санта. Я по ним соскучился. Да вот еще что. Никогда не думал, что скажу это, Картер. Но я рад, что встретился с тобой. Ну что же, мы снова в Кремле. Все по-старому. Снова играем Картером. Все наше снаряжение в полном. Все у нас как раньше. Что же, кто здесь? Наше задание — сорвать трансляцию ставки президента, найти кабинет президента. Сейчас попробуем. Никого. Надоели спецназовцы, если честно. Внимание! Я что-то слышу. Это очень много рюкзаков у нас. Очень хорошо, кстати. Там сейчас еще один может найти спецназовец. Ладно, я хоть рядом хорошо. Боеприпасов не снял. Сейчас прикол. Все. Капец. А чё? Три рюкзака, где еще такого может быть? Неплохо. Мне это нравится. Шурупы. И вперед. Ну и... Хорошо, да. О! У вас появились. Чё, хорошо. Теперь не будет ни гражданских, не будет всяких лазерных заграждений. Большой плюс. Кажется, у нас осталось не так много миссий. Осталось чуть-чуть совсем. Кто здесь? Я что-то слышу. Ложь, внимание, объект. Кто идет? Так. Никого. Ой. Кто здесь? Никого. Будильник, бери, будильник. Там. Ху! Меня услышали. Прячься. Прячься, идиот. Что? Ладно. Вместе тут это хорошо. Сейчас. Там, правда, один придет. Это просто идеально.
вперед. Банка. Взяли. ББ опять. Патроны. Я их так называю. Что? Так, готов. Боеприпас еще. Папка. Ну, это не нужно уже нам они. О, АК-47. Это типа что? Кто забыл или кто потерял на тех? Ну, возьмем. Не знаю, для чего нам нужно. Ладно. Вперед. У нас есть боеприпас еще хорошо. Вот эти просыпаются там уже. Черт. Еще и промазал. Немецкая сила. Пистолет надежней. Не промажет. Ладно. Не берет, да? Ладно. Теперь будем гранатами раскидываться. Клаш убивает, да? Просыпайся! Ты в порядке? Ага, давай, остался один. Что случилось? Давай, просыпайся! Троих, значит, уже повалил. Это куда ты пошел? Чувак. Ты иди сюда. Мне надо пройти. Кстати, мы почти у цели. Блин, выйдешь, застрелят. Теперь застрелят. Брёкся. Да, тут. Он где-то здесь. Что? Чёрт. Проверяю. Получай! Засранился. Везде увидит, да? Эти засранцы. Ну, почти пришли. О! Да, трое. Потому что, по-моему, четверо. Так, если как помню, их четверо должно быть. Блин, один оставался. Значит, мне надо проникнуть туда, не привлекая внимания спецназовцев, которые наверняка стерегут президента. Да, стерегут. Нельзя бежать тут, да, если мы провалим, не услышат. Что тут очень тихо. Вот ту папку, вот я не знаю, как взять. И вот этот портфель тоже. Портфель нет, вот ту папку, вот он не возьмет ее. У меня сразу все, ролик начинается. Вот все, вместе завершено. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ну помоги, пожалуйста. Просто... Что произошло? Я не знаю. Иди сюда, помоги. Что стоишь трубкой? Володя? Товарищ президент. А вы кто такой? Мэтью Картер, наемник из Мавзолея. Помните? Как видите, я опять промахнулся. Что это все значит? Что за... Нет времени на объяснение, товарищ президент. Надо выбираться отсюда.